Голос Аллы остается в ушах навсегда, а в душе остается ее крик, крик женщины, потому что свобода – это женщина, молодость – это женщина, мир, а не война – это женщина. И главное – возможность любви для появления людей на земле – это женщина. Голос Аллы – это зов женщины нашей страны. Она понимает гораздо больше, чем выражает в песнях. Она и живет так, как ей нравится. Женщина должна быть такой. Миллионы любят ее, кого хочет, любит она. Остальные известны постольку, поскольку они имеют к ней отношение. Мы должны встречаться и больше радовать друг друга. Может быть, от этого и земля станет крепче, и небесный свод над ней, который уже в последнее время просто весь в дырках, то от космических кораблей, то от проклятий, которые мы посылаем с Земли, от злобы людской, от войн. Братья и сестры, мы же люди, а порой ведем себя как звери. Мне бы хотелось, чтобы скорее наступило то время, когда вся злоба наша людская осталась бы только в ритмах музыки. А нам бы осталось мирное небо над головой и счастливые, здоровые дети.